Томском аэропорту транспортная полиция задержала мужчину, который намеревался вылететь рейсом Томск-Красноярск с запрещенным веществом. Информацию об этом сотрудники линейного отдела получили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При проведении личного досмотра у 41-летнего жителя Томской области в чемодане обнаружили и изъяли жидкое вещество общим весом порядка 500 граммов, которое по результатам проведенной экспертизы оказалось наркотическим средством, а именно маслом каннабиса, которое также называют гашишным маслом. Задержанный заявил, что наркосодержащую жидкость он изготовил самостоятельно для собственного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств». Максимальное наказание по статье – лишение свободы на 3 года.